Привет, друзья! Сегодня я хочу вам предложить один из экспериментов, а именно смешать эпоксидную смолу с газетной бумагой и посмотреть, как откликнется полученный материал на обработку и вообще, что получится. Процесс очень пыльный получился. Изготовим форму для заготовки. Эпоксидная смола 10 к 1. С бумагой также перебарщивать не стоит. Вот что получилось. Ну что, попробуем обработать? Нож, конечно же, условность. Интересен сам материал, как таковой. Сильно утончать лезвие не стоит, дабы избежать излишней хрупкости.
Первоначальная полировка. Рукоять я решил сделать из пробки, благо порошок у меня остался от прошлой самоделки. С Больстером не стал химичить. Она намотал просто медную проволоку. Пузырей вроде не видно. Такой полировки очень трудно добиться. Вывод. С готовой формой, которая не требует дальнейшей обработки, намного лучше работать. А вот без пузырей не обошлось. Они скопились под Больстером. Получилась вот такая вот лажа. Но я попытаюсь в дальнейшем все исправить. С помощью эпоксидного клея и пробкового порошка я заделал отверстие. Да, с оттенком, конечно, трудно попасть. Неоднородный материал получился. Полирую, не полирую, но, как я говорил, такой гладкости, как была при выходе из формы, добиться крайне сложно. Но все же материал мне показался крайне интересен. Вот только бы придумать, как переработать бумагу менее геморройным способом. Есть у меня также идея, как изготовить необходимую форму, но об этом как-нибудь после.
Ну а на сегодня все. Лучшая благодарность автору за его труд – это лайк под этим видео. До новых встреч, друзья. Здоровья вам и вашим близким.